Мы приехали на Каму, а Камы тут и рядом нет. Смотрите, тут, где раньше была вода, вот на эти поля выливалась даже. Вот это все было в воде раньше когда-то, вот когда было много воды. А сейчас она очень-очень далеко. Просто даже и в Акай даже не добежит. Вообще воды мало в этом году. Засуха полнейшая. Смотрите. Это все копытами исхожено. Коровы ходили на водопой. Вот по этому месиву. Поэтому тут проложили. Но тут сейчас все высохло, правда, я иду. Все твердо, все сухо. Попробую. Вот так вот в кроссовочках. Иду по этим глыбам сухим. Пронесся. Грязный весь. Господи, как тебе повезу. Надо сейчас на речку ехать, наверное. Вот, разглядеть. Какой он красивый. Лежать. Ой, он все поле тут перерыл в юности особенно. По 40 минут может тут копать. Я думала, уже прошло у него. Нет. Норок полно. Тут просто невероятное количество живности всякой. Давно у нас таких кадров красивых не было. С полей. Не знаю, сейчас, наверное, если клещи есть, но мы обработаны. Ничего страшного. Хотя тут сейчас жара. Может, активность опять ушла. Норок прям полно тут. Ну что, поедем? Ну вот, друзья, мы добрались. Это Атабаево. Очень большие пляжи песчаные. Так что сейчас я его накупаю здесь. Вода рядом. Хотя и очень-очень большие пляжи открылись. Просто невероятное количество. Вот. Но мы счастливчики. Здесь, конечно, песочек. Грязи нет. Купайся, купайся давай. Иди, иди, лапы мой. Не хочет. Ну что, друзья, прошли километра, наверное, полтора. Скучно так ходить. И там уже неудобно. Сейчас пойдем в обратную сторону, уже чуть-чуть подальше от берега. По песчаной полоске. Он где в Акай бегает. Нет, он не выполняет команду просто. Акита, ну-ка иди сюда быстро. Акиты, они вот такие. Что ты меня гоняешь просто так, сами по себе. Ну, слушается, конечно. Иначе ко мне. Сидеть.